Ни для кого не секрет, что больше трети своей жизни мы проводим на работе. Но бесконечные отчеты, суета, несуразицы. Но иногда все усилия работника становятся бессмысленными. Смотрим. Своевременную белую заработную плату. Профсоюз за безопасные условия труда. Профсоюз стоит на защите прав работников всегда. Вступай в профсоюз. Единство, солидарность, справедливость. Защиты пламя.